Всем привет! Рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что вечер мы проведем в компании «Скажем-покажем» и интересных мест города. Сегодня мы побалуем себя, узнаем о вечеринке, подарим призы победителям розыгрыша, побываем в номерах гостиницы и купим много замечательных игрушек. Неважно, какой сегодня день, месяц или год, баловать себя и своих близких нужно ежедневно. А для этого просто необходимо уделять внимание вещам, которые окружают нас в повседневной жизни. В магазине «Интисар» вы найдете все самое необходимое для роскошного и невероятно доброго времени, проведенного дома. Утро должно начаться с чашечки горячего чая в чайном сервизе из нового поступления магазина «Интисар». Теплота чая, красота и стиль сервиза настроят вас на правильную волну. Из душа вас обязательно должно встретить необыкновенно мягкое и приятное телу полотенце. В магазине «Интисар» вы найдете полотенца любых размеров и расцветок. После тяжелого дня, укутавшись в тяжелый и уютный плед от магазина «Интисар», можно погрузиться в романтическую и нежную атмосферу вечера. Ну а ночью окунуться в сказочный мир Морфея вам поможет качественное постельное белье. Современные принты, размеры от односпальных до двуспальных евро. Приходите за текстилем для дома в магазин «Интисар», торговый дом «Нарзин», первый этаж. «Интисар» для тех, кто чувствует разницу. Новогодние праздники подошли к концу, но в жизни каждого из вас есть дата, которую просто необходимо отметить. К этому торжеству нужно подготовиться заранее. Как говорится, готовь сани летом. Сейчас мы с вами находимся в районе мебельной фабрики. На Юнакурседе 151 и находится банкетный зал «Алчи», в который мы и отправились. Хочется отметить интерьер. Большой просторный зал разделен на две зоны. Одна из них оформлена в классическом стиле, в красно-кофейных тонах. Вторая – золотая зона с элементами античного стиля. Всего банкетный зал «Алчи» может принять до 300 гостей. Теперь поговорим о кухне. На самом деле меню очень разнообразное. Блюда европейской, азиатской и национальной тунинской кухни. Для того, чтобы ваше торжество, будь то день рождения, свадьба или корпоратив, прошло весело, активно и незабываемо, «Алчи» предложит вам световую и звуковую аппаратуру. Только для вас самые лучшие ведущие разработают индивидуальный сценарий. Ну а выступать на празднике будут звезды тувинской эстрады. Банкетный зал «Алчи» постоянно проводит тематические тусовки. Самая ближайшая из них – вечеринка для студентов 25 января в Татьянин день. Окунуться в студенческую атмосферу будет идеальным вариантом в эти холодные зимние дни. Но для Татьян есть отличная новость – 50% скидка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Приходите в банкетный зал «Алчи», участвуйте в тематических вечеринках и бронируйте столы по номеру, указанному у вас на экране. Я очень люблю открывать новые места для вас. От кафе, баров и ресторанов я всегда жду высокого качества. И всегда радуюсь, когда мои ожидания оправданы. Сегодня я впервые пришла в заведение под названием «Chickens». И как раз сегодня проходит вручение подарков новогоднего розыгрыша. Вот такой замечательный квадрокоптер выиграл вот этот мужчина. От обеда всего лишь на 500 рублей он получил такой дорогой подарок. Квадрокоптер не единственный подарок. Еще вот такой замечательный планшет получает вот такая молодая прекрасная женщина. Поздравляю вас. Спасибо. Кстати, розыгрыш проходит ежегодно. Обязательно участвуйте перед Новым годом и получайте такие прекрасные призы. Ну и это еще не все. 20 человек получили сертификаты от спонсоров и самого заведения «Chickens». Атмосфера здесь очень молодежная и современная. И меню крутое. «Chickens» – кафе быстрого питания.
По названию Chickens, конечно, можно подумать, что все блюда здесь состоят из курицы. Но это не совсем так. Для настоящих мужчин можно заказать мясной биг-бургер. Для любителей рыбы по вкусу придется фиш-бургер. Комбо-меню станет отличным вариантом для небольшой молодежной компании. Напитки, десерты, супы и салаты станут отличным вариантом быстрого обеда для активных людей. В мой заказ входит моя любимая картошка фри, роллер с курицей и блэк-бургер. Он из нового меню, которое совсем скоро будет радовать посетителей. О блэк-бургерах я слышала очень давно, но где вы в передачах о путешествиях? А здесь прямо в Кызыле. Ну что, попробуем? Вкус очень оригинальный. Но оторваться просто невозможно. Всем советую прийти в Chickens и попробовать блэк-бургер. Приходите и вы в кафе быстрого питания Chickens по адресу Щетинкина, Кравченко, 37 или Дружбы 151. Или делайте заказ на дом. Телефон у вас на экране. Что может обратить внимание человека на гостиницу? Ситуаций наверняка огромное множество. Но гостинице эти причины совсем не интересны. Она с радушием и теплотой встретит каждого. В центре города по адресу Кочетова 1 находится гостиница «Мангулек» на одноименной остановке. Мы решили позаботиться о путниках, ищущих приют, и узнать, кого может приютить гостиница. Всего в гостинице 53 номера, классификация от эконом до люкса. Прачечную и питание вам предложат как дополнительные услуги. Сегодня мы с вами посмотрим 3 номера. Спасибо. Первый номер подойдет больше для тех, кто хочет исследовать город или чей рабочий день занимает абсолютно все свободное время. Это стандартный номер на одного человека. Здесь есть все самое необходимое. Здесь шкаф для вещей, где можно положить рюкзак, свой походный рюкзак. Здесь у нас санузел. В комнате есть стол, за которым можно перекусить или разместить компьютер и воспользоваться бесплатным Wi-Fi, телевизор и мягкая удобная кровать. Второй номер более высокой классификации, и он уже на двоих. Состоит он из 2 комнат. В первой комнате вы можете посидеть на диванчике, отдохнуть, посмотреть телевизор и пообедать. Вторая комната – это спальная. В ней есть 2 кровати и, самое главное для девушек, гардеробная. Санузел в этом номере тоже больше. Он включает в себя еще и душ, где после тяжелого трудового дня вы можете смыть с себя всю усталость. Есть еще один номер. Мне кажется, он отлично подойдет для влюбленной пары. Он тоже 2-комнатный, но в одной из комнат есть полноценная кухня со встроенной техникой. Здесь у нас стиральная машина и есть даже посудомойка. А во второй комнате большая 2-спальная кровать. Игрушек много не бывает. Главное, чтобы от их количества не страдал родительский кошелек. Сейчас мы с вами отправимся в магазин игрушек, цены которого вас точно не разочаруют. Кстати, все товары можно приобрести как оптом, так и в розницу. Девчонки, нашла в магазин игрушек. Цены просто от вас. И можно найти вообще все. От популярных мультяшек до развивающих. Я вам даже сразу так мультяшек. А я машинки возьму. У меня сынок просто обожает. У меня сразу будет. Где брать? Нашла все на базе Эхнатон. Склад номер 1 магазин игрушек. По улице Загородной вы найдете склад Байхак Аква. Сразу после него вам нужно повернуть налево. Проехав немного прямо, вы сразу заметите вывеску игрушки. Туда мы и идем. Отдел, конечно, небольшой, но здесь вы сможете найти абсолютно все. Если у вас прекрасная принцесса, вы можете найти для нее популярные куклы. Или мультяшные пони. Ну а для кукол обязательно нужно приобрести сказочный замок.
для озорных мальчишек огромный выбор игрушек из популярных мультфильмов, таких как «Щенячий патруль», «Вспыш», «Трансформеры», разнообразные конструкторы и железные дороги. Очень важно не только развлечь ребенка, но и научить его чему-то. Поэтому в магазине игрушки вы можете найти вот такие развивающие наборы для объемной лепки, конструкторы из деревянной соломки или вот такие скульптуры, которые вы можете самостоятельно раскрасить вместе с ребенком. Приходите и вы в магазин игрушек, склад номер 1 на базе Эхнатон. На этом все. Я надеюсь, вы узнали много полезного и интересного. Если остались вопросы, звоните 233-23. Подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте и Инстаграм. Не забывайте смотреть и пересматривать «Скажем-покажем» на канале в YouTube. До встречи!